Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео я покажу, как с помощью хлебопечи Panasonic, в которой нет отдельной программы кекс, можно его приготовить. Небольшой спойлер. Приготовить его в старших моделях SD-YR2540 и 2550, конечно, проще. Здесь же мы воспользуемся комбинацией программ. Загружаем ингредиенты. Для начала берем яйца и взбиваем их с помощью миксера. Можно этого не делать, но если их взбивать с помощью миксера, кекс получится более воздушный и более высокий. Закладываю сахар, однако его можно положить и позднее. На дно формы для выпечки выкладываем масло, заливаем молоко, заливаем взбитые яйца. Насыпаем муку. Добавляем разрыхлитель. Форму для выпечки размещаем в хлебопечи. Сначала запускаем программу «Тесто для пельменей». На этой программе идет замес без дрожжевого теста. Через 20 минут выбираем программу «Выпечка». Устанавливаем максимальное время 1 час 30 минут. Значительно лучше, если мы продлим выпечку еще на 5 минут. Итого 1 час 35 минут. После того, как кекс готов, не спешите сразу его вытаскивать. Пускай постоит в хлебопечи еще минут 15. Извлекаем кекс из хлебопечи и оставляем остывать на решетке. Лучше не класть его на бок, а поставить в том же положении, как он выпекался. В этом случае кекс сохранит свою форму. При размещении на решетке кекс оптимально остывает, пар из него выходит, и кекс получится действительно красивый. После остывания разрезаем его. Как видите, у нас получилась красивая толстая корочка и однородная внутренняя часть. Что касается вкуса кекса, уверен, что он вам точно понравится. Еще раз отмечу, что приготовить его в старших моделях хлебопечей SD-YR2540 и 2550 проще, там для этого есть отдельная программа. Но если вы выбрали более младшую модель, к примеру, она лучше подошла вам по дизайну, то приготовить кекс тоже можно. Если это видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На этом канале вы сможете найти огромное количество видеорецептов. Ну а больше информации о моделях хлебопечей Panasonic вы сможете найти на страничке производителя на сайте iplaza.panasonic.ru. Прямую ссылку на карточку модели я оставлю во вложении под роликом. Спасибо за ваше внимание.